Алексей Мотыка не расстается с саксофоном уже почти 12 лет. С момента создания конкурса «Северная рапсодия» музыкант стремился к победе. И в прошлом году ему это удалось. Алексей стал лауреатом. Произведение для саксофона было сложное, но очень душевное. В этом году участник фестиваля решил немного похулиганить. Произведение отличается от предыдущего, который играл в прошлом году. В прошлом году играл концерт Глазунова. Тот концерт – это скорее музыкальная философия, очень, ну, именно душевное и, скорее, даже духовное произведение. А соната Пола Крестона, по крайней мере, по моему мнению, вторая часть – это, ну, тоже красивая, конечно, душевная часть. А третья – это такая хулиганская, там очень много нужно считать, достаточно, ну, такой характер сложный у нее. В этом году у Алексея двойная ответственность. Он не только вновь пробует победить в конкурсе, но и будет участвовать в его открытии, который состоится во Дворце металлургов. На этот раз организаторы решили удивить и зрителей, и самих музыкантов. И показать лауреатов прошлых лет в компании детско-юношеского эстрадно-симфонического оркестра. Для того, чтобы создать такое фееричное шоу, уже пишутся аранжировки и вовсю идут репетиции. У нас состав эстрадно-симфонический и композиции классического плана, но в обработке эстрадно-симфонической. Например, будет играться концерт из гитарного концерта, концерт для гитары испанский композитор Родриго. Вот, будет играться вторая часть из его концерта гитарного в обработке для трубы и эстрадно-симфонического оркестра. «Северная рапсодия» зазвучит в Череповце уже 14 апреля. Чтобы вместить всех желающих показать свои таланты, организаторам пришлось распланировать конкурс на 4 дня. В этом году на участие в музыкальном состязании подали рекордное количество заявок. Больше 1000 музыкантов приедут из 27 регионов России и еще 7 стран. В жюри окажутся известнейшие музыканты Польши, Китая, Венгрии и России. Также в рамках конкурса будут проходить и мастер-классы, и концерты членов жюри. И много что будет интересного. Многие приезжают, участники, к нам уже 4-й год, и у них очень серьезная подготовка, поэтому будут очень такие серьезные состязания. Вообще этот конкурс, он проходит в России, именно вот собирает такое количество участников только в Череповце. Ни в России, ни в зарубежных странах такое количество участников нигде нет. Вологодскую область представит почти 50 солистов и 8 оркестров, которые сейчас усиленно готовятся к выступлениям. Благодаря конкурсу «Северная рапсодия» организаторы не только делятся с череповчанами всей красотой и многообразием звучания духовой и ударной музыки, но и поднимают престиж обучения на этих направлениях. А флейты, гобои, кларнеты и саксофоны становятся все популярнее у молодежи. Анастасия Ходкова, Сергей Павлов. Новости.